Приветствую всех на своем канале, и сегодня я хочу показать, как собрать вот такую композицию. У меня это были готовые цветы, которые у меня остались от других изделий, и я поделюсь с вами некоторыми секретами, как сделать композицию более объемной и как это собрать, чтобы все снизу было чистенько. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Сегодня я буду использовать готовые цветы. Вот у меня остался мак, два василька, ромашка и вот такие вот маленькие цветочки. И я покажу, как я собираю композицию, когда цветочки на ножке. И маленькие хитрости, которыми я пользуюсь, чтобы все это выглядело чисто и аккуратненько. Я уже решила, что у меня василек будет с ромашкой рядом, поэтому вот я как бы могу сразу скрутить их вместе, чтобы соединить, и затем я уже подправлю как мне надо за счет того, что они на проволочке. Для того, чтобы создать больше объема, я пользуюсь вот такими вот, как я называю, травка. Травка делается очень легко. Берется лента, любое, на что можно это дело намотать. Несколько раз обматываем, в зависимости, сколько травки вам надо. И обрезаю. Затем перевязываю еще одним кусочком ленты. Подрезаю лишние кончики. Конечно же, обжигаю. И расправляю. Если взять вот такую травку, подклеить на листик и приложить к цветку, вот получается уже так много, красиво, объемно. Вот я беру так называемую травку, приклеиваю к листику. И затем подклеиваю к низу. И вот получается снизу все чистенько и красиво. И объемно. Количество листиков может быть разное, это по вашему желанию. Перейдем к следующим цветочкам. Вот у меня вот такие маленькие цветочки. И чтобы скрыть проволочку, я когда делаю защип в листике, вот обрежу вот этот кончик. И цветочек ставлю в него. И вот уже получается, что все закрыто, ничего не видно. И подклеиваю. С
Сверху можно наклеить еще и маленький листик. И вот вы видите, как все аккуратненько получается. Вот таким образом я закрываю все некрасивые места. И когда у меня подклеены листики, я тогда собираю пучок. Соединяю, скручиваю проволочки. Вот уже из трех цветочков получается вот такой красивый бутончик. Снизу я, конечно, тоже подклею листик. И вот все очень чистенько. Я все обработала, развернула цветочки в нужную мне сторону, подклеила также листики под мак. И сейчас буду собирать композицию. Как видите, снизу получается все аккуратненько и очень объемно. Скручиваю. Это у меня композиция будет с одной стороны. И чтобы не было пусто с другой стороны, я оформлю вторую сторону. Длинный. Все это скручу и, конечно, снизу добавлю травки и листиков. Я закрепила цветы и отрезок проволоки, который у меня остался, я обмотала тейп-лентой. И сейчас также сделаю травку и приклею ее под низ. Композиция получается очень объемная. Листочки можно подклеить теперь уже изнаночкой внутрь. И подклею их между собой. Изнаночка очень чистая. И теперь добавлю немного листиков в серединочку.
Вот моя композиция готова. Мне осталось закрепить ее на ободок. Надеюсь, вам мое видео сегодня понравилось и было полезным. Вы узнали что-то новое. Творческих вам успехов и до новых встреч. Пока-пока!